Здравствуйте. Меня зовут Яна Хализова. Мне 24 года. Я пою с детства. Имею высшее образование, специальность геоэкология. Здравствуйте, меня зовут Яна, мне 24 года, я пою с детства. Сегодня буду исполнять песню Ани Лорак «Я вернусь». В небо поднялся самолет, самый печальный мой полет. Мне отменить нельзя. Дальше и дальше от тебя поднимаюсь. Спасибо большое. Спасибо. Ой, а можно я сразу похвалю вас? Вы первый человек вот за сегодня, который на нас обращал внимание, действительно пел нам как зритель. Для нас. Вы обратили внимание, да, коллеги? Да. Это очень приятно. Спасибо сразу видно, большое, что вы артистка. Ну, сразу я какие-то вокальные вам замечания сделаю несколько, поскольку я сегодня тут ответственная за именно технические какие-то навыки вокальные. Вот. Вы прекрасно поете, когда у вас, да, в полную силу голоса, то есть нет никаких проблем. Но самое сложное для любого вокалиста – петь тихо. Вот. Над этим, конечно, нужно работать вам обязательно, потому что иногда не совсем все правильно сбалансировано по звуку. Вот, обязательно над этим поработайте. И следите за верхними нотками, потому что, может быть, чуть-чуть от волнения, вы их чуть-чуть покрикиваете сейчас. Вот. А еще вот такой очень вопрос. А у вас вибрато такое от природы специфическое, да, достаточно мелкое? Наверное. Да? Просто что очень необычно. Вибрато? Вибрато? Я тебе потом расскажу. Вот. Наверное, от природы. Что-то специально не ставило. Да, оно у вас достаточно такое очень мелкое. И вам нужно за этим следить, потому что обычно у певцов с возрастом вибрато, как сказать, разбалтывается. Вот, и как бы такая молодость голоса, она, ну, теряется. Вы обязательно вот об этом подумайте тоже. Хорошо. Записи свои послушайте. А так, в целом, я говорю вам, да? Спасибо большое. Знаешь, какой вопрос задам? Вы сегодня распевались? Да. Нет, к сожалению, потому что я... Я ответил на светлый вопрос. Ну, вибрато здесь, да, ни при чем. Нет, к сожалению, не распелась. К сожалению, нужно всегда распеваться перед тем, как вы выходите на сцену. Ну, прям вот пока начал, ждала, да? Я вот что-то там где-то. А вы не проявили, потому что себя на всю катушку. Первые полпесни, к сожалению, были чуть-чуть мимо, но потом выправились, это хорошо. Я вам скажу, да, обязательно. Спасибо. Распевка – это важный инструмент. Хорошо, буду распеваться обязательно. Яна, я вам по вокалу ничего не буду добавлять, вот тут профессионал вам все сказал. Я вам с большим усилием, такой натяжкой говорю условно «да». С тем условием, что вы в следующий раз придете, более будете раскрепощенная,
Ну и все те пожелания, которые вот вам рядом сидящая певица подсказала обязательно. Мне кажется, еще с дыханием надо поработать, да, обязательно, чтобы овладеть своим голосом в полную мощь, наверное, для поющего артиста необходимо поставленное правильное дыхание. Так в целом, ну ничего пока, на троечку. Буду работать. Да, условно Спасибо. Говорю, да. Да, выровнять обязательно весь темп, потому что очень разношерстный звук. Ну, на более низких каких-то нотках, на высоких. Здесь очень, наверху очень открытый, внизу более такой приглушенный, просто последите. У человека нет музыкального образования. Нет музыкального образования. Ну ничего, у нас много на эстраде, зато так поют. Да. Ну, я работаю над этим и буду продолжать работать. И... Вы хорошо поете, только распевайтесь обязательно. Спасибо большое. Удачи. Проходите. Спасибо большое. Ура, Яна, я поздравляю тебя, ты прошла во второй тур, все сказали да, это же прекрасно. Спасибо большое, да, действительно, я прошла. Ну ты счастлива. Я вижу, что ты довольна, да, уже обрадовала родственников, сказала то, что... Да, конечно, я уже всех обзвонила, всем отправила сообщение, что я прошла, да, спасибо большое. Я тебя поздравляю, я тобой горжусь, ты действительно большая молодец, потому что жюри у нас строгое, вот кто бы что ни говорил, а я знаю то, что да, кому-то везет, кому-то не везет, кому-то стоит подработать немножечко, вот, но ты прислушаешься, да, наверное, к тем словам, которые сказали жюри? Конечно, да, многие замечания, которые мне сделали, действительно, есть такие у меня пробелы, и нужно обязательно работать, и я буду работать. Ну что же, мы тебя ждем во втором туре. Еще раз я тебя поздравляю, и до скорых встреч. Спасибо большое, до скорой встречи.